Что-то вы делали специально для того, чтобы сохранить фигуру, для того, чтобы остаться в форме? Делитесь. Я занималась. Ну, ничего, это тоже ничего нет особенного. Я занималась. Занималась, ну, скажем так, умеренной аэробикой. Вот я, у меня была регулярно, на регулярной основе. Каждый день. Вот до самого последнего дня я делаю физические упражнения. Да. В этот спортивный зал мы пришли специально для того, чтобы показать особые упражнения тем женщинам, которые беременны, ждут ребенка и хотят во время беременности и после родов оставаться женственными и красивыми. Специальные упражнения, которые помогли Валере. Девочка, только давайте вначале вы ответите на вопрос всем, как заставить себя начать заниматься. Человек по своей природе ленив. Потому первое, что нужно сделать, это уговорить себя. Сказать, вот я сейчас только начну, вот я сейчас первые две минуты, вот я только... и потом брошу. И вот увидите, если вы только начнете, вы обязательно завершите все свои упражнения до самого конца. Это моя любимая поза на последних месяцах беременности. Мне очень нравилось так сидеть, и удобно так было. Смотрите, телевизор или еще что-то разговаривать, расслабляться. Живот есть куда положить. Следующее упражнение на мышцы брюшного пресса, ну, для талии. Даже в этот период она нам все-таки, ощущение ее нам необходимо. Делаем упражнение стоя. Наклоны, пружинящие наклоны в стороны и вверх. Следующее упражнение для ног. Ноги на ширине плеч, носочки вывернуты в стороны. И стараемся садиться, ровненько спина, грудь гордостью поднята. На счет раз, два, три, четыре. Лучше всего руки держать в стороны. Дополнительная нагрузка для мышц рук. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Как вы их растили? Как вы их кормили? Грудью или нет? С кормлением у меня не очень удавалось. То есть мне приходилось практически на втором месте переводить на искусственное скармливание. Сенечке повезло больше. Сенечку я кормлю по сей день. И надеюсь, это делать как можно дольше. Устала играть уже. Устала играть? Ну что ты? Если хочешь, ты можешь куда-то отойти, Тём. Мы тебе разрешаем делать, что ты хочешь, ладно? Да? Никаких ограничений. Да. Уйдешь, придешь потом. Соскучишься, потом придешь. Ладно? Хорошо.